Всем привет! С вами Entrant Magazine Robom и я Дана Банана, которая постигает азы мира микроэлектроники. Мой блог не является чем-то мегапрофессиональным, но тем не менее, смотря его, вы можете найти для себя что-то познавательное. Итак, сегодня мы будем подключать графический дисплей Nokia 5110. Это он. Для этого нам потребуется Arduino Mega, провода, батарейка и сам графический дисплей. Что мы делаем? Для начала мы подсоединяем дисплей к макетной плате. Важно знать, что этот дисплей питается не от 5 вольт, а от 3,3. Для того, чтобы упростить нашу работу, мы подключаем 3 вольта к плюсу. Землю к минусу. Первые три контакта на нашем дисплее – это питание. BL – это питание подсветки, GND – земля, а VTC – это питание самого модуля. Что мы теперь делаем? Мы подключаем контакт GND к минусу. Подсветку мы включаем в плюс, и в плюс же мы включаем питание самого модуля. Последующие контакты в порядке справа налево подключаются к портам от 2 до 6. Итак, все проводочки подключены, подключали мы по вот этой схеме. Когда вся работа подготовительная проделана, мы должны залить наш код на Arduino. И теперь при помощи батарейки мы включаем ее. Та-дам! Адрес нашего магазина. Код вы можете найти по ссылке слева. Так как этот дисплей графический, на нем можно вводить не только текстовую информацию, но также различные рисунки. Например, логотип нашего магазина. При помощи небольшого скрипта мы преобразовали рисунок нашего логотипа в набор байтов. И непосредственно сам скрипт и более подробную информацию по подключению дисплея вы можете найти на нашем блоге, ссылка которая находится ниже. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была я, Дана Банана.